предновогодние дни по всем Химкам прокатилась череда праздничных мероприятий. Власти города продолжают вручать подарки и поздравления людям самых разных профессий. В пресс-центре «Арена Химки» представители администрации наградили лучших работников строительной сферы. Строительный блок – это очень важный блок в развитии любого муниципалитета, тем более такого муниципалитета, как Химки. То есть это огромная часть той работы, которая ежедневно ведется в округе, это представители строительного блока. Все, что нас окружает, жилые кварталы, жилые массивы, общественные здания, пространство, это все творение рук строителей. Вручал благодарственные грамоты новый заместитель главы администрации по промышленности и инвестиционной политике Тимур Магомедов. Не обошли поздравления и представители силовых структур. Сотрудники, охраняющие покой граждан и отвечающие за безопасность, собрались в музейном комплексе «Артишок». Благодарность от имени Дмитрия Волошина зачитал заместитель главы Александр Прокопенко. Ваша служба особенна тем, что не имеет ограничений по времени. Вы всегда образец чести, достоинства и закона в любое время суток. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Всем вручили благодарственные письма и подарки. Развлекали гостей вокальные и танцевальные коллективы.